Здравствуйте, друзья! В этом видео я предлагаю расслабиться и наслаждаться просмотром впечатляющего подводного мира. Океанариум в Санкт-Петербурге, улица Марата, 86, торгово-развлекательный комплекс «Планета Нептун», метро «Пушкинская». Окунитесь в прекрасный подводный мир вместе с каналом ПАР. В этом видео вас ждут пресноводные и морские обитатели, от мирных рыб до хищных акул, скаты, крабы, рептилии и даже завораживающие медузы. Желаю вам приятного просмотра!
отапливании, потом мы повышаем температуру, а простыни становилось больше. И как бы имитация смены сезонов. И также откладывали икру. Здесь в углу слева есть небольшой пруд, где откладывают свои клетки, и там же развивается голова, в котором удавалось превратиться в лягушат. То есть такой... Thank you.
За экскурсию в океанариум выражаю огромную благодарность Олегу Лабутову и всем сотрудникам океанариума.